Главная проблема сегодняшней Европы и Соединенных Штатов – это то, что есть Россия. Ну ладно, учли. То есть Европа уже что-то между арабской, турецкой, афганской. Вы понимаете, что если мы будем брать завтра Париж в конном гусарском строю, то мы же его будем брать у арабов. И выйдя из подвалов, парижане спросят, можно ли уже спокойно ходить по улицам, господа казаки. Вы понимаете, что если займется что-нибудь с Веной и Берлином, как было не один раз, так опять у турок придется отбирать, и немцы будут счастливы. Польша пока это еще не грозит. Вы такой правильный националистический и очень серьезный российский, судя по вот паспорту, который вы показали, сказали, что вот этим на Украине мы бы забрали, но мы им не хотим давать эти наши паспорта. Вот с Хмельницким тоже так начиналось. Не хотим.